Переведено и озвучено Black Street Records при участии переулка Переводмана. Так, нормально? В начале этой недели здесь, в карантинной зоне, в Сиэтле был убит охранник. Это первое подобное нападение за последние 5 лет, с тех пор, как было изобретено лекарство. Недавно поднимался вопрос о правах так называемых «вылеченных». И некоторые гуманитарные организации считают, что, возможно, пришло время для реинтеграции. Ну что? Привет. Ты человек? Не часто вас тут встретишь? Дон! У нас люди тут пришли! Меньше, чем человек. Ой, не хотите ли чего-нибудь выпить? Воду, блин, колу? Чем это пахнет? Ну, могу и кофе сделать, конечно. Просто смотрите на меня, не в камеру. Так, расскажите, как давно вы тут? В лагере? Я думаю, они отправили нас сюда, ну, наверное, лет 6 назад. Понятно. И вы? Эй, чё ты там говорил? Эй, ну ты же знаешь, что мне оттуда не слышно. Эй, что тут происходит? Что ж... Чем вы занимаетесь весь день? Мы медитируем. Глубокое дыхание выводит из организма духовные токсины. И это важно. Я не медитирую. Ну, иногда медитируешь. А что насчет вас, Дон? Ничего. Я вообще ничего не делаю. Так и проходит весь день. Да хорош, все же не так. Сегодня ты вынес мусор и помыл полы. Такая у меня жизнь. Это не магия какая-нибудь. Это все ты сделал. Так, учитывая, через что вы прошли, можете ли вы сказать, что у вас есть какие-либо... стремления или... я не знаю, порывы? Которым вы, возможно, поддаетесь. Я бы убил. Я бы просто убил за капельку органического меда. Он был такой вкусный. Сейчас такого не достать. Знаете, что я хочу? Я вам скажу, что я хочу. Больше всего я хочу обратно свою чертову жизнь. Ага. Хочу свою чертову жизнь обратно. Я почти стал региональным менеджером по продажам, и у меня было 12 подчиненных, понимаешь? Это почти целая армия риэлторов со мной во главе. Это тяжко, я знаю. Это очень тяжко. Но знаешь что? Ты не утратил чувство ритма, и у тебя есть твоя губная гармошка. Дон играть на гармошке. Хорош, Энди! Так, полегче. Вам просто... Вот всегда ты так. Всегда как? Почему ты все время за свое? Черт бы побрал, Энди! Ты все время говоришь, что все потерял. Ты только о себе и говоришь. Так, хватит, Энди. Уходим отсюда! У меня был потенциал, перспективы, а у тебя они были? Поэтому тебе не понять меня. У меня была жизнь, боже правый. Была чертова жизнь. Да. Энди, ну ладно, чё ты? Ты там? Ну, не надо. Хорошо, прости.
Ты идешь или как? Ключи от машины у тебя. Возвращайте в свои могилы. То, что мы сегодня увидели, ясно говорит о том, что реинтеграция невозможна. Мы думали, что избавились от угрозы, но она притаилась у самой поверхности. Кадры говорят сами за себя. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили: Евгений Снеговик Фадеев, Антоха Лил Оси, Евгений Фэтчоп. Работа со звуком Евгений Фэтчоп.